Путешествие в Архе начинается с автовокзала. И вот такой автобус. Это наш автобус. Автовокзал Северный. Да, такая платформа большая, но сейчас я иду в центр, посмотрю там, на вокзале. Это основной вокзал. Миллион лет не было на вокзале. О! Касса, цветы. Наша маршрутка подъехала, автобусик. Осталось дождаться Нину и поехать. А по-моему, это тоже маршрут. Ну что, поехали? Приехали? Приехали. Давай. Если уговорили. Да. Вообще. Ну, надо же. Да, что там по карте? А что он стоит? Ничего не стоит. Погода тоже надо. Очень. Было, да, да. Кто? Обезьяна. А что это за... А что у меня? А, карусели на этой вот. На шине. Какие? На шине карусели. Такие лебеди у нас тоже были. Привозили эти вот. Чехи привозили. Да. А зачем они там прыгают? Ну, тебе жарко. Ой, смотри, лабиринт. Ага. Пошли в лабиринт. Вон американские горки. Не, горки. На горках я каталась один раз. А вон, смотри, видишь, какие горки с водой? Да. Классно, слушай, я впечатлена. А вот тоже лабиринт. Идем к лабиринту? Идем. Че, лабиринт? А, кто бежит? Да, кто-то бежит. Кто-то звонит.
Ладно, идем. Что случилось? Идем в лабиринт. Может, выберемся, а может, нет. Как-нибудь посмотрю. И как? Как лабиринт? А я иду за тобой. Я случайно? Да. София, подойди ко мне. Где Максим? Это вот река, наверное, вот это вот. На этих бубликах они катаются. Река? Да. Или нет? А, они просто прыгают на этих бубликах. Прыгают на бубликах. Папа, класс. Я тоже так хочу. Где купальник? У меня не предупредили. А я тоже не предупреждена. Шерена. Крейзи. Где? А, это маленькая. А что здесь вот? Это что, страхи какие-то? Ну, все-таки сцена. Да, это сцена. Все-таки сцена. Идем. Сначала мы тут потанцуем, а потом пойдем. Так, в банк. Пошли в банк. Нам тут поступили на счет деньги. Перевод из Америки, из на счет. Можно, чтобы было в долларах, там я потом переведу в деньги. Давай посчитаем. Посчитаем, да. Это мы посчитаем. Посчитаем наши деньги. Да. Нам перевели. Так, нет, а я буду банкиром. Чего хочешь? Я буду банкиром. Давай. Я буду давать денежку. Будешь выдавать мне денежку? Да. А вон наверху террасы. Еще пирожные маски. Дайте мне наверху. Что-то Ножка мне нравится. Ага. Да, вот этот блин такой пчелка. А там, а туда тоже надо будет пойти посмотреть, что там такое. Вот там надо будет пойти посмотреть. Так, мы же не же в дом хотели сначала. Да. Ага. Да. А вот я не знаю, надо будет посмотреть, что за перевернутый дом. А занавески есть. Дежурный есть. Да? Да. Где мебель? Вон диванчик. А-а-а. Кофейный уголок. Да. А, ну да, лампа правильно, ты видишь? Она же как бы дверь освещает. Ну да. Лампа перевернута, но она правильно. Скрипучие, скрипучие. Так это же хорошо. Это хорошо, когда ступеньки скрипят. Вау. Нет, чего? Ой. Ну да.
Кровать. О, да. Все? Я на горке не хочу. Не, я тоже не хочу. Я просто говорю. Да. Куча кафе всяких. Ну это важно на самом деле? Очень. Ну я думаю, что на выходные тут телефон. Я думаю, тоже, да. И с Кишинева не будет никакого. 100%. 100%. Да. Тут очень красиво все. Смотри, как пляж. Лежанки какие. Пляж. А, катамараны. Зато озеро, смотри, как очищено, красивое. Это буйки стоят кругом. А с той стороны везде пляж. И тут пляж. И здесь, да, ну, это как сделано. А здесь дорога. Такой вот вход. Это горки. Футбольное поле, волейбольное поле. Вот такой пирс для катамаранов. Озеро красивое, так хорошо сделано, чистое. До ног. Так, а что? Ой! Мазазы! Называется «Не криви душой». Красота! О, ну это шикарно! Такие ноги от ва! Ши! От уши! Ноги от уши! Тебе надо, а ручки какие? Тебе надо платье задрать. А ручки какие? Ага. Тогда будет видно. Вау! А здесь совсем другое. Как в этом земля обетованная, да? Помнишь, она там сидела, да? Ахиджакова, да? Помнишь? Да, точно. А тут смотри, ой. Ручков нету, ножков нету. А здесь вообще непонятно, что. Ой.
А это что такое? А меня вообще не видно. А где я? А... Ну, это что-то странное. А тут по... Ой! По диагонали. О, нормальное зеркало. Самое нормальное зеркало. Леска. А смотри, какой вес тут. Шикарный. Самое нормальное зеркало. Какое зеркало. Это самое. Да, смотри, какое. Да, это нам подходит. Да. Мы согласны. Правда? Да. Супер-пупер. Смотри, какое. О, фух, тоненькие. Модели. Ну вообще. Я себе дарам. Да, там мне очень нравится. Давай такой дом, нам такой дом поесть. Ну это что-то такое.